Всем привет, дорогие друзья! С вами канал Сосиска в тесте и Михаил Родченко. Мы продолжаем играть в карьеру за вратаря. И сегодня у нас матч с футбольным клубом Арсенал. Мы, напомню, мы идем на первом месте в таблице. Не хотелось бы терять это преимущество. Арсенал 7 очков, у нас 9. Мы играем дома на Стрэтфорд. На Фрэттон Парк. Поэтому все возможно. Набор очков нам тоже нужен. В любом случае. Выходим. Разводит Арсенал мяч. Снизу вы можете наблюдать составы команд. Поехали. Тейлору очень тяжело развернуться. Ну куда ж ты передачу даешь? Наверное, один из худших пока что на данную секунду форвардов. Не реализует свои моменты. Ужасно идет игру, ужасные передачи, вообще не понимают других команд, сокомандников. Вообще не влился парень, поэтому надо ему привыкать, видимо, к данному клубу, к данной обстановке. Потому что, видимо, он явно не привык. Так, вот сейчас здоровски убежал, подача, удар, это 1-0! Трибуны врываются, я переживаю, что меня не будет слышно. Но это гол. 1-0. Вот и Тейлор, кстати. Убежал грамотно, не было обороны, навес. Тут мы сыграли головой. Кстати, не бой, тут честно стоит. Стоял бы честный, я думаю, он бы вытащил. Так, момент. Еще один момент, опасный, это гол может быть, да. Быстрый ответ от Оливье Жиру. А, прошу прощения, это Оксфорд Чемберлен. Не увидел номер, Жиру 12, да. И радуется, конечно, просто дико. Надо было не переключиться за вратаря, Жиру просто дал голевой пас. Но очень классно развернулся, стоит признать. Гол практически однотипный, поэтому... Расхваливать сильно я тоже его не буду. Но 1-1, ребят. Слушайте, Арсенал умеет отвечать. Это известно всем. Ох, какой момент! И 2! Ой-ой-ой, Тейлор! Да ладно! Просто! Вот так вот. Не забивает парень. Еще один навес был. И третий гол с головы за матч. Это очень круто. Это уже из возвращения к истокам FIFA 14. Так. Тоже опаснее. Хорошо выручаем мы. Продолжаем играть на уровне. На очень высоком уровне, я даже больше вам скажу. Ох, выручили. Пахни, так, тут Оливье Жиру. Ой-ой-ой. Ох, какой сейв! Просто великолепен голкипер! Просто шикарный сейв! Браво! Браво, вратарь! Вот посмотрите, как тут Оливье Жиру пушкой своей зарядил. И вот тут вот просто из-под тяжка. Ах, ты просто, ё-моё, офигеть! Еще один скрин. Вот кажется, да, что мяч вот ворота летит, а вот нет. Только истинный ценитель футбола поймет всю красоту этого сейва. Браво. Конечно, просто это заоблачный уровень игры мы показываем пока. Наверное, такой примерный уровень показывал Каспер Шмейхель в чемпионшипе.
Оливье Жиру явно был нацелен на ворота. Что с такой явной форвардской агрессией? Ой-ой-ой, это еще один пенальти, да ладно? Вот это да! И третий гол мы забьем, и что тут? И даже карточку не покажет, но как следствие. Все готовятся выбежать. А не стоит, будет гол. Я, по крайней мере, на это надеюсь. Офигеть. Вратарь против вратаря. Ё-моё, да ладно! И наш первый незабитый пенальти, обалдеть. Вот это вот чертовски обидный на самом деле момент. Первый тайм окончен, незабитый наш пенальти. Я как знал, что не стоило, блин, бить туда. Но вратарь меня перехитрил. Вратарь соперника меня перехитрил. Тейлор. Плюс Тейлор, конечно, то, что он умеет протаскивать мяч. Это его огромный плюс, но вот завершать момент это не его. Поэтому надо отдать мяч и добить, и как так? Ай-яй-яй, дан! Хороший момент был. Ахарана. Беджарана. Тоже не совсем знаю, как правильно, и снова мы вручаем, я уже устал тащить. Ой-ой. И мы продолжаем тащить, блин. И еще раз. Это Лоран Кусильни бил. Кошмар какой-то. В плане вратарской работы мы сегодня прекрасно провели, в плане полевого... По помощи полевым игрокам еще и не забитый пенальти. Блин, он меня немножко подбил, как и расстроил. Потому что я собирался бить левый угол, но не стал пережимать. И вышло вот так вот. Ну, в общем-то, как-то так. Как-то так первая игра у нас сыграна. 5 из 5 завершенных матчей, 86 рейтинг. Томом и Мотом, 8 сейвов, великолепно. Набор перчаток, наконец-то, нам нормальный выдадут сейчас. Талант дальнего вбрасывания, вот это вот полезная вещь. 78 скилл, Растем. Нормальные перчатки поставить. Умбра на его прошотган. Вот у меня вот примерно такие же. Так, и давайте поменяем бутсы. Я, кстати, говорил о том, что все вещи в этой игре я буду делать, основываясь на своем опыте, то есть какую обувь я носил, какую буду ставить. Например, мне есть магистки без носка. Обзор скоро на канале. Суперфлай, мы их уже смотрели. Они закрыты. Какие пумы я больше всего хочу открыть? Эти тоже классные. Школьные. Давайте еще поставим ярко-зеленые. Дальнее вбрасывание. Игра с Эвертоном, ее я просимулирую. Вот у меня желание играть с ними, я об этом говорил. Лучше я запишу две действительно серии. Проиграем на 3-0. Не удивлен почему-то. Ну, не так-то. 5 игр, 10 очков. Замечательно. Просто идем. Марком хочет играть. Фух, вот это сейчас будет очень классный матч, очень сложный, помимо всего прочего. Игра в Челси. Ох, надо собраться. Тоже 3 серии подряд. Портсмут Челси, Стэмфорд Бридж. В гостях. Там Стэмфорд Арсенал, мой главный оппонент по турнирной таблице за звание лучшего вратаря. Я, кстати, очень не понимаю, почему, сколько я не играю, в любой карьере Шварцер основной вратарь. В Челси в главной карьере был Куртуа. А то, поскольку Шварцер завершил карьеру. Да, Челси, наверное, один из самых сложных соперников, в принципе, в игре.
Поэтому побороться с ними будет не так-то просто еще. Ох, опасный момент мы снова спасаем. Великолепно. Подача! Вы нас... Конноли. Конноли. Обводка. Ну же, а вот тут вот он и сам может убежать. Ну же! Ой-ой-ой, нету пенальти, да ладно! Да ладно, как нету пенальти там? Ай-яй-яй. Ну, блин, пенальти каждый матч, это, конечно, было бы очень круто. Я уверен, мы бы уже там были бомбардиром от бога просто. Который, ну же, кто на сегодня, Курзума, наверное, лучший игрок матча, вычищал просто оборону, как только мог. Можно сказать, то, что мы матч провели великолепно, но, блин, Зума сегодня просто очень хорош. Просто очень хорош, это надо признать. И стоит признать, что Курзума сейчас один из лучших центров защитников мира. Молодой, естественно, не просто. Лучший игрок матча, да ладно, я, ладно, спасибо. Но мне интересно, сколько я отобрал Зума. 4-4. В чем очень опасно. Но ей цель. Что тоже круто. Что тоже круто. И мы растем. Мы продвигаемся. Очень быстро мы поменяли даже на 3 шкила. Даже на 2 шкила. Глянем, может, на 3 уже. Нет, на 2 еще. 7% уже. Неплохо. Скоро добьем кулаками, да. Ну, в принципе, мы очень классно идем. Тензи нету, видите, вот. Наши статы. Посмотрим рейтинг команды. Мы сейчас основной просто игрок. Соперников у нас нету. Да. 8-0 средняя наша форма. Великолепно, в общем, играем. Нашу карьеру давайте посмотрим. Да, один проигрыш, ты ничьи. 2 выигрыша, 2 гола. 3 пропущен. Поехали, он вроде пропущен. 6 миллионов мы уже стоим. Вот это тоже круто. Тоже круто. Выбиваем 2 раза команды недели, 1 раз лучший игрок месяц. Приятная такая честь, нам удостоена. Все здорово. Идем мы на третьем месте. Давайте посмотрим, что там по статистике. Это сухую 33, блин, Шварцер, а? Ну, нос идет. Я вам больше скажу, мы еще и на 15 месте в списке бомбардиров. Действительно. Да. Щедрый, конечно. Как его имя. И круче, но Остин там вообще божит 7 мячей. Фанги Портсмут лучший герой. Рефлекс 43 плюс 3. Игрок месяца не Манья Макич, а нет. Офигеть, я еще раз лучший игрок месяца. Офигеть. Звездный игрок Чеху достоин похвалы, Мауриньо впечатлен. Офигеть, а. Неужели мы становились лучшим игроком месяца 2 раза? Уже. Офигеть. Команду года так можно легко войти, в принципе. Отличная форма у нас. 3 победы в сухую, мы выполняем все цели. Эх, вот как-то так, ребята. Я постараюсь снимать как можно больше. Это была, я записываю третью предзаписанную серию. И надеюсь, что они выйдут в сеть, потому что мне будет просто уже обидно, если у нас что-то не выйдет. Но я думаю, все получится. В принципе, да, кстати, вот я написал в... Мне написал один человек и спросил, до какого момента будет карьера за вратаря. Я думаю, карьера за вратаря, возможно, в самом-самом лучшем раскладе будет аж до FIFA 16. Но это будет очень круто, ребят, потому что я знаю себя, я могу сохранить не так карьеру, мне еще что-то не так сделать. Во-вторых,
Основная цель этой карьеры просто вырасти в легенду. Не обязательно там становиться, брать Лигу чемпионов, Кубок мира. Это все придет. Это, мы за это будем бороться обязательно. Но вот основная цель, конечно, добиться максимальных успехов с командой, попробовать там вырасти, да, просто какого-то офигенного, при офигенного скилла. Потому что я никогда не дорастал. Вот у меня рекорд, по-моему, 26 лет было, 27 лет. То есть хотелось бы, например, дорасти там до 33-2, закончить карьеру, идти красиво. Я, чтобы фанаты помнили, каждый год мы, скорее всего, будем переезжать из клуба в клуб. Я не думаю, что мы будем где-то задерживаться надолго. Единственное, если, например, вот такая ситуация будет, то что я перейду, там, например, ну, меня вот предложат так неожиданно, Мадридский Реал, к примеру, или Сити, там, да, я буду там сидеть, я попрошу аренду. Я не буду уходить, пока там хотя бы полсезона не сыграю вот по постоянной основе там. Я думаю, мне кажется, это будет так правильно, поэтому... Как-то так. Ладно, много говорил, всем спасибо за просмотр. Напоминаю вам то, что у нас открылся магазин, в котором вы можете приобрести бутсы профессиональные, любительские, полупрофессиональные, вратарские перчатки по таким же моделям, олимпийки, игровые формы, длинный короткий рукав, много аксессуаров и да, доставка и нанесение за счет нашего канала. Я на этом с вами прощаюсь. Пока-пока.